Дорогие наши подписчики и гости канала, приветствуем вас! И сегодня мы по вашим многочисленным просьбам сделали видеообзор павильона с мужской одеждой, а точнее преимущественно с мужскими костюмами. Поскольку у нас на канале мы мужчин наших особо не баловали, мы уверены, что этот обзор вам очень понравится. Посмотрите, пожалуйста, данный павильон находится на 21-й линии 135-й. И сейчас мы идем к Алине. Так. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, девочки. Очень рада вас видеть. Спасибо. Покажите нам ваши визитки. Пожалуйста, мы находимся на 21-й линии в 135-м павильоне. Рада вас приветствовать. У нас мужская одежда, мужские костюмы, пальто, галстуки, рубашки, все аксессуары, которые должны быть, все имеется. Большая палитра цветов и все размеры есть. Спасибо. Также хотим напомнить нашим подписчикам и тем, кто смотрит это видео, что контакты также будут продублированы в закрепленном комментарии. А теперь познакомьте нас с вашим ассортиментом. Что почем, какие размеры. Девочки, предлагаю вашему вниманию посмотреть верхняя полочка. Это идут костюмы тройка. Размеры идут от 46 до 56. Брюки идут слегка зауженные. Модели идут универсальные. Может одеть как и молодой мужчина, так и взрослый. Главное определиться в расцветочке. Цветов очень много, и в любом цвете есть все размеры. На сегодняшний день это новое у нас поступление товара, то есть мы работаем оптом, мы работаем в розницу. Для желающих у нас одеться всегда есть очень хорошие приемлемые цены и хороший выбор. Алина, подскажите, пожалуйста, кто у вас производитель? Основной производитель, мы сами фабриканты, у нас в Турции своя фабрика «Виктор Вер». Вот это все, что вы видели, это все именно наши костюмы. Мы не занимаемся перекупкой, мы сами фабриканты. Но есть в наличии еще производство России и Белоруссии. Это вот такие костюмы. Это идет Россия. Хороший костюм, который подойдет для любого возраста. Есть рост, размеры. Есть это приталенные, а есть вот такая классика в Белоруссии. Смотрите, великолепный цвет, сочетаемый с любой рубашкой. И подойдет и на строгий повод, и на праздник. Ну, то есть, как говорится, и в пир, и в мир. А размерный ряд какой? Размерный ряд идет от 46 до 60. Это у конкретной линейки или вообще у вас? Это именно у этой линейки. Угу. Есть модели, например, вот такого плана. Это идет молодежная классика, офис стиль. Ну, также можно и на праздник. Они идут от 46 до 56. Есть такая шкала. Брюки средней ширины, то есть они слегка к низу приужены, но не в обтяжечку. То есть для ребят, у которых крепкие ножки. А еще по стоимости сориентируйте. По стоимости, ну, розничная стоимость в среднем идет от 8 до 12 тысяч, это в двойке. Это вот такого плана идут, цена. Вот такой есть прекрасный костюм, тоже оденет и молодой мальчик, и взрослый мужчина. Они идут от 46 тоже до 56, стоимость 8 500 рублей. И давайте будем еще показывать, сколько цветов, да, то есть у вас вот идет линейка, это все, что на одной, получается, в одном Смотрите, ряду, это здесь, одна модель. Здесь у меня, да, цветовая гамма только разная. Цветовая гамма. Есть еще вот в таком цвете, немного потемнее клеточка. Тоже идет такой же размерный ряд от 46 до 56. Есть в бордовом цвете, очень красиво смотрится. Сейчас я вам покажу. Тоже идут приталенные, темный бордо в синюю клетку. Ну так, эффектненько смотрится. Сюда можно любой цвет рубашечки одеть, и галстук можно любой подобрать. Будет хороший ансамбль. Это двойки. Да, это все двоечки. А по троечкам могу сказать, вот то, что есть здесь, есть у нас еще на улице, очень хорошо видно, зеленый есть шикарный, великолепный костюм. Вот здесь он на маленьком манекене, есть еще в полный рост. Бордо, у нас очень много расцветок. Для любого вкуса, даже самого такого
скажем, предвзятого, да, найдется цвет и найдется моделька. А стоимость троечек? Троечки у меня есть и 9 тысяч, есть 12, есть 15. В зависимости от ткани. Есть ткань, которая больше содержит шерсти, это 70% идет. Допустим, они немножко подороже. Где чуть-чуть поменьше шерсти, можно в районе 9-10 тысяч хорошую троечку взять. Но у меня еще есть лимитированная серия, которая по 7500. Тройки тоже. Скажем так, вот где эта модель, я вам сейчас ее покажу. Вот такой будет цвет. Вот это 7500, это у меня акция на этот костюм. У меня их осталось просто немного, и когда немного остается, мы делаем стоимость дешевле, для того, чтобы костюмчик просто ушел. А так все в порядке, здесь шерсть идет, очень приятная ткань, не синтетика, можете посмотреть. Очень удобный костюм. И также для любого возраста подойдет. Угу, спасибо. Он только в этом цвете, да, получается? Есть еще, это, допустим, более фиолетовый цвет, а есть еще такой же, просто чуть-чуть более темный, более синий. Угу. Более синий. Вот. Я вам его сейчас покажу, достану. Вот, смотрите. Здесь у меня просто на вешалочке их по две, по три штучки висит. Не в каждом, допустим, не по одному. Мы оптом работаем, поэтому нам так удобно. А так вообще, ну понятно. Как бы жилетки тоже очень красивые. Ну, я вот так вам могу показать. В принципе, смотрите, очень хорошую силу это идет. Строго, элегантно, стильно. То есть абсолютно любой костюм самодостаточный. Его можно легким аксессуаром украсить. И будет очень великолепный вид. Угу. Спасибо. А вот у вас на манекенах рубашки. Они у вас вообще есть? В наличии по расцветкам у меня, ну, допустим, на данный момент сейчас вот так. Вот перед праздником, видите, немножко нас пощипали, как бы вот. Ну, буквально вот сегодня вечером еще будем получать другие расцветочки. То есть к субботе, к воскресенью мы всегда готовимся. Сориентируйте нас по рубашечкам. Рубашки у нас идут от эски, то есть это 44 размер, до двойки, это до 58 размера они идут, эти рубашки. И будут еще другие цвета. Будет нежный ментол, будет яркий синий. Ну, то есть у нас будут разные расцветочки. Угу. К новогодним праздникам будем готовиться. А модель одинаковая? Модель одинаковая. Здесь рубашка идет универсальный воротничок, чтобы и под галстук, и под бабочку. Стоечек нет, ничего такого нет. Они приталенные, без карманов, без всяких вышивок и вставок. Они просто под костюм. Под костюм. Угу. А стоит сколько? Стоит эта рубашечка, если под костюмчик подбираем, 1800 рублей. Отдельно 2,5. Все понятно. И давайте уже вот галстуки тоже расскажите, и дальше пойдем по костюму. Галстуки пока. У нас, значит, скажем так, вот такой формат, который пошире, вот, они у меня стоят 800. Вот, который поуже, любой размер. Кстати, великолепный цвет, особенно под зеленый костюм. Такой будет красивый. Бесподобно смотреться. Такой 600 рублей. Ну, когда делает комплект, например, мальчик хочет пальто, костюм, галстуки, бабочки, мы дарим в подарок. Приятно. Да. Да, и вот бабочки, я вижу, у вас тоже есть. Тоже. Да. Давай мы их покажем. Сейчас. Сейчас мы их покажем. Допустим, сейчас пока вот эта расцветка у меня, что имеется в наличии. Опять же, сегодня вечером пойдем пополнять запасики. Смотрите, девочки, будут еще и зеленые, и красные, любые. У нас и на улице, вот, кстати, можете выйти показать, девчонки, смотрите, как мы удачно подобрали ансамбль. Каждому костюму я выбрала бабочку, очень красиво смотрится. Сейчас покажем по цене бабочки. 500 рублей. По 500 рублей. Ну, как вы уже сказали, абсолютно, да, при покупке комплекта это подарок. Да, да. Посмотрите, как великолепно выглядят наши костюмы. Когда удачно подобран аксессуар, скажем так, богато смотрится. Вот, например, золото-бабочка, она, в принципе, не только с этим костюмом сочетаемая, но здесь она очень к месту. Также вот здесь вот такая бабочка очень красиво будет смотреться. Капучино цвет с шоколадом очень хорошо сочетаемый. Можно даже креативно придумали вот такой вот розовый галстук под серый. Ну, это сейчас модно, актуально. Серый с розовым.
способом. Да, классика. Стильно и красиво будет. Вот так, ваши да, тоже интересные комплекты. Это вот пальто у вас, да? Да, это пальто. Полупальто, точнее. Девочки, да, это полупальто, значит, это идет осень, есть теплая зима. Вот у меня новое поступление. Смотрите, у нас есть еще очень красивое пальто. Мужские пальто, стильные. Значит, есть съемный мех, подстежечка. Сейчас покажу. Господи, что тут у нас? Ага, новая просто. Здесь идет еще холофайбер. Это не голая подкладка и ткань. Здесь все утепленная ткань, драп идет. Цвет тоже идет универсальный. Сочетаемый с любым цветом костюма. То есть брюки можно и серые, и черные, и синие. Будет великолепно смотреться. Черный драп идет, то же самое. Внутри съемный мех, который отстегивается. И вы можете это одевать осень, зима, весна. То же самое. Стойка, воротник, которую можно делать в английский ворот. Посмотрите. То есть кто-то захочет придать классический вид пальто, может сделать воротничок отложным, и получается вот такая модель. Ну, это все то же самое. Здесь шерсть идет, она идет мягенькая, но это не кашемир. Кашемир имеет свойство скатываться, здесь такого не произойдет. Ткань полированная, отшлифованная, прессованная, то есть носится очень хорошо, удобно и долго. Ну, еще что хочу сказать. Длина здесь идет выше колена. Она очень удобная для автомобиля, для просто общественного транспорта. То есть стильно, элегантно и всегда в теме. Теперь у меня есть информация для оптовиков. Это очень важно. У нас, кроме того, что мы работаем в розницу, у нас очень много костюмов. Мы работаем оптом. Соответственно, если кого-то заинтересует стоимость, вы можете обратиться ко мне по контактному телефону, писать мне в WhatsApp, задавать вопросы. Смотрите, все, что я вам показываю, это продублированные костюмы в упаковочках, готовые к отправке. Отправки делаем для вас любым способом. То есть и Байкал сервис, и там что, где, какие есть и сервисы, со всеми мы работаем, с любым видом отправочки. Кроме того, опт не принципиально должен быть большим. Если кому-то нужна упаковка, даже две, мы отправочки делаем. То есть не то, что там нужен большой баул собирать, кому сколько надо, проблем нет. Любой размер, любое время делаем отправочки. Также и по пальто. Если кого-то заинтересовали наши модели пальто, то же самое, делаем отправки. Не стесняемся, обращаемся. Мы всегда онлайн, мы всегда доступны. И, соответственно, цены у нас тоже прекрасные. Поэтому, что нужно, мы всегда на связи. По рознице. Розницу вы отправляете? К сожалению, розницу нет. У нас отправочки только на опт идут. Все понятно, хорошо. Розницу сюда приходят, примеряют, конечно, вы наряжаете. Да, у нас, между прочим, на белой визитке есть такой пункт. Я вам его покажу и подчеркну. Написано: предъявителю визитки скидка плюс подарок. То есть у нас очень часто девочки без мальчиков приходят, присмотрели что-то, потом они дают визитки своим парням, мужьям, отцам. Они приходят, показывают, им очень приятно получить в подарок либо галстук, либо зажимчик. Ну что-то вот уже какой-то шарфик могу к пальто, например, тоже подарить. У нас шарфы тоже есть мужские, кашне. Вот я вам предлагаю вместо визитки использовать наше кодовое слово. Садовод рулит и жужжалин, да? И, что, и вы на визитках сэкономите, и нашим подписчикам будет тоже приятно, если придут с нашего канала, получить подарок или скидочку. Я буду тоже очень рада, и буду все это учту, и буду делать. Спасибо вам огромное. И еще вы вначале нам говорили, что вот разные составы ткани примерно сориентируйте тоже по составам. Есть ткань, в которой, допустим, 35 идет шерсть, 45 вискоза, 10 эластан и 20 полиэстер. То есть там идет смешанный состав, но очень многие люди заблуждаются, они думают, что если мало шерсти, то костюм неэффективен, не рентабелен и не ноский. Неправда, наоборот. Эти все смешанные ткани, их разработчики сделали для того, чтобы костюм как можно дольше мог служить. Потому что локти, колени, попа, все остальное быстро протирается, если очень много шерсти. А когда есть вискоза и эластан, и также полиэстер, это носится гораздо дольше. У меня, скажем так, есть отдельные костюмы, в которых 70% шерсти, угу, но там тоже есть шелковая нить.
несмотря на то, что там большой процент шерсти, они тоже очень ноские. И самое главное, знаете, что я хочу сказать? У них у всех эти, любая ткань, какую мы взяли себе в костюмы отшить, они не скатываются. Не будет вот этих катышек и затяжек. То есть нормальные, хорошие рабочие ткани, которые, ну, скажем, носятся. И даже, я вам больше скажу, может кого-то это удивить. Я, вот у меня у сына вот такой костюм. Вот честное слово, я стирала его в стиральной машине. На 30 градусов. Можно даже постирать. Не бойтесь. То есть за качество своих костюмов я могу отвечать. И еще один момент. Мне кажется, что вот добавочные ткани, они меньше мнутся, да, вот если есть какой-то, вернее, состав дополнительный в ткани. Да, если, например, вот ткани, которые 100% шерсть, либо 100% хлопок, да, либо 100% лен, они очень мнутся. Даже вот, например, рубашки у меня, у них 80% идет хлопка и 20% идет полиэстера, для того, чтобы не так мялись и легче гладились. Ну, то есть каждая женщина, хозяйка понимает, что... Да, да. Слишком натуральные ткани, они очень мнутся. Поэтому и костюмы. Вот, например, вот я его сейчас достала из стопы, да, допустим, тут они все друг на друге висят. Видите, он совершенно не помят, совершенно. То есть ткань хорошая тем, что она не мнется. Есть еще пару моих любимых моделей, допустим, которые, ну, я их считаю, допустим, фаворитами. То есть они и в носке... И в посадке очень красивый костюм. Он сидит бесподобно. И причем на абсолютно любой фигуре. И вот не имеет значения, есть живот, нет живота, какие ноги там. Что бы это ни было, здесь идет состав. Я вам даже сейчас его покажу. Ой, подклад. Да, подклад очень красивая. И состав здесь такой. 35 шерсть, 43 вискоза, 20 полиэстер и 2 лайкра. Ну и подклада тут, само собой, отдельный состав. Это вот как раз то, о чем вы говорили. Да, то есть очень хороший костюм. И в носке, я же говорю, и стирки, и очень удобный. И у вас, вы постоянно с этой коллекцией занимаетесь, или у вас обновляется коллекция, что-то добавляется, как у вас? Значит так, посезонно, скажем так, допустим, мы, бывает, к зиме готовимся, больше на пальто переходим, костюмы у нас меньше, но в этом году мы отшили вот это все, это абсолютно новая коллекция, абсолютно новая серия костюмов, то есть это все абсолютно новое поступление. У нас вот это все в упаковках висит, соответственно, это... Мы получили неделю назад. То есть товар абсолютно свежий. Из остатков, которые у нас имеются, мы, допустим, на них стараемся делать распродажу, у нас этот товар не залеживается и не висит. Мы стараемся быстренько-быстренько. Вот. Лучше дешевле, но зато людям интересно купить и прийти за новым костюмом. То есть у вас еще будет летняя коллекция? Например, лен? Вот у нас льняные костюмы. Просто сейчас на данный этап мы их убрали, их нет на данном этапе. А так у нас тоже молодежка. Они идут без подкладочки. Спинка идет просто открытая. Ну, там швы настолько красиво сделаны. Вот видно, что хорошая фабричная работа. Будет лен, будет хлопок. Это обязательно. Но это, знаете, девочки, дорогие мои друзья, это будет где-то в середине апреля. Даже, может быть, к концу апреля, чтобы уже к летнему сезону эта новая коллекция к нам придет, уже она будет отшита. Спасибо вам огромное за очень интересный, подробный и полезный обзор. Ждем вашу весеннюю новую коллекцию. С наступающим праздником вас и наших подписчиков. И ждите наших мужчин, дорогих, за нарядами. Помогите им стать еще более красивыми и счастливыми. Всем счастья, здоровья в новом году. Спасибо огромное. Вас всех тоже с наступающим, дорогие мои друзья. Жду вас к нам за костюмами. Будем вас преображать, менять и украшать. Спасибо. Чтобы Новый год вы встретили в красивом, достойном костюме. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.